Там-там. Всем привет. Блин, камера. Камера в пыли. Так, сегодня мы в стареньком райончике. Таком. Компания выкупила здесь несколько домов с участками. Реставрирует и сдает их потом. Сейчас покажу. Я знаю, вам интересно. Вот такие вот дома. Двухкомнатные дома. Сейчас зайдем внутрь. Здесь, кстати, вот тут вот, вот ровно на асфальте, посерединке, где я показываю, сегодня видел косулю или оленя, я не знаю, я их не отличаю. Олениху с олененком маленький-маленький бегает. Вот такой домик. Не знаю, что-то, по-моему, там даже кондиционера нет. Зато есть камин. В южном штате камин. Заходим. Да. А запах прям американская мечта. Вот запах американской мечты. Такой непередаваемый. Постирочная будет здесь. Я думаю, да. Камин. Мой инструмент уже я купил. Это living room, получается. Гостиная. Камин. А, вот кондей. А он один, получается, на весь дом. Так, ну начнем с кухни. Все. Здесь кухня. Здесь же, наверное, dining room. Кухня. Квадратов 12, может, 10. Ну, как в наших российских квартирах, в принципе. Так, дальше. Вот, получается, три двери, да? Раз, два, три. Какой-то шкаф. Какая-то ванная. Ну, воняет, конечно, блин. Комната. Со шкафом. Все как надо. Одна ванна в доме. Это вообще, это прям обедняковски. И вот такие комнатки, получается. Да не по 9 квадратов, наверное. Это 9. Это и того меньше. Это вот у них радиатор на полу. Отопление, что ли? Все заклеено, замазано. Все? Все? Это все, это весь дом. Посмотрел, сколько стоят дома рядом. Ну, да, конечно, не такие. По 2 миллиона долларов. Ну, там шикарные дома, конечно. Это бэк-ярд. Вот здесь вот внизу, вон там он. Олени бегают, говорят, видели. Я не видел. Видел только там, да. Может, попробую сейчас сходить, снять оленей. Если получится, то я сниму. Ну вот, на кухне, вот, вешать надо сейчас. Постараюсь побыстрее ее повесить. И все, домой. А может быть, вторую возьму, если успею. О, кот. Кот. Кот идет. Не олень, но тоже неплохо. Блин, ну если я оленя сниму, я вставлю в это видео. Вот. Вот так вот как-то живут американцы. Земля супер дорогая. Я вообще в шоке. 2 миллиона дом. Эти я даже не знаю, сколько стоят. Там что-то цены нет. Тоже, наверное, 500. Да, ну и цены. Все, ладно, вот так закончим на фоне американского флага. Всем пока!